США предложили бороться с ТИГИЛ неожиданным образом с помощью Голливуда. Госсекретарь Джон Керри уже обратился к крупнейшим киностудиям страны и предложил им сотрудничать в сфере контрпропаганды терроризма. По мнению политиков, фильмы могут сыграть важную роль в противостоянии. В свою очередь, кинокритики отметили, что это вполне возможно, ведь власти не в первый раз прибегают к услугам Голливуда для трансляции определенных идей.